Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Во вторник в Самарской области пасмурно, продолжительный дождь. Температура днем плюс 12, плюс 15, ночью 8-10 градусов с плюсом. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 12 градусов, в темное время суток плюс 10, северо-восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 12, ночью плюс 10, восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, продолжительный дождь, плюс 12 в дневное время, ночью 10 с плюсом, ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.